Так, друзья, я делаю 300 какой-то фильм, ездил в деревню, вернулся ни с чем, десяток фотографий, и все. Сильный ветер, ничего не слышно. Сейчас сижу в машине, тут, по крайней мере, хоть можно разговаривать. Рядом со мной сидит моя подруга, моя старая знакомая, мы с ней знакомы с 84 года. Вот, она с Красного хутора. Я там покупал дачу, а все остальное уже было после. Сад, пожар. Вот. Почему я вам сейчас хочу, чтобы вы услышали ее голос? Лицо показывать не буду. Вот. Дело в том, что Алевтина тоже выращивает абрикосы, и я бы не стал останавливать машину вот здесь на плотине, в живописном месте, если бы не одно «но». Я хочу, чтобы она, камера спиной к ней, чтобы она взяла и рассказала, как... А, почему сюжет этот? Значит... Она мне сказала так, сейчас повторяю, если я неправильно скажу, она поправит. Она сказала, как твои абрикосы? Я говорю, нормально. Она говорит, мои страшные. Вот, вот это слово страшное меня зацепило, я же фанатик. Я, а вон она улыбается, сидит. Я ей говорю, объясни, почему страшные. Значит, это не постановочные кадры, это все вживую. Пожалуйста, Алевтина, вот сюда громко, и так, чтобы в заднем стекле не было видно. Страшные, тебя. Потому что я все время обрабатывала. Все лето смотрела. После дождя обязательно обрабатывала интовиром натеки комедии. Они очень... Дерево истощало себя тем, что истекало соком своим. И я потом комедия срезала, интовиром снова обрезала до древесины и замазывала глиной. И спасла этим... Большие очень деревья у меня. Поэтому вот сейчас я очень волнуюсь, что если сильные морозы были, то многие веточки могут погибнуть. Не погибли, выжили, самое главное. Так. Но, конечно, больше всего это интересно. Да, а дальше я потом свой вариант расскажу, но это уже будет за компьютером. Алевтина, спасибо. Первые... Спасибо, да, почему? Я потому что... сказать о тебе. Обо мне? Ну да. А что можно сказать обо мне? То, что ты когда-то мне дал 6 черенков так. разных сортов. И очень боялся, что он, ты у себя привил, боялся, что они пропадут. Да. А мне ты дал для того, чтобы сохранить их. Контрольный сад. Да. И вот эти 4 выжили из тех 6, выжили. Один из них, серафим, особенно хорош был. Это дерево огромное. Он примерно по веткам, если так, примерно 8 метров в диаметре. Вот. И причем оно настолько... Минуточку, не, высоту 1,8 м. А? Высоту, не в диаметре, а высоту. И в диаметре. А, в диаметре, диаметр кроны, не штамба, а кроны. Диаметр кроны, да. Ясно. Вот. И они настолько расположились хорошо, дерево громадное, ветки низко, а высоту оно, если и вырастает ветками, то они все равно клонятся. И получается, что очень удобно убирать. Во-первых, во-вторых, в сильные морозы оно не вымерзает, потому что близко к земле стоит оно... Ой, бальзам на мою душу. Близко к земле нижние ветки? Да. Они лежат. Аля, я тебя сейчас поцеловал, но это... Ну, еще не хватало. Я не целуюсь с мужчинами теперь. Ну и правильно. Они того не стоят. Но я не прицениваюсь. Ой, как ты, как мне это... Слушай, ты не моя ученица, я тебя не чувствую, все сама. Сама же прививала? Да, я все училась не у меня. Да. Значит, ну, 2 погибли черенка, вот остальные остались. Ну, для тебя-то 4-6, это же чудо. Ну да. Это же 4 дерева. Ну да. Вот. Ну, сейчас я начну, посажу новые и буду прививать от серафима обязательно. Мне очень нравится это дерево, потому что крупные очень плоды, сочные. И ко мне приезжают когда-то, сразу идут к нему. И всегда восхищаются, говорят, что это просто райский сад. А, так вот, слушай, это я тебе говорю. Ну, ладно, пусть все слышат, не только ты. 30 плодопитомников и интернет-магазинов, и еще добавим сюда пару научных учреждений, украли у меня фотографию серафима. Я его сейчас фильм буду, я попрошу. Тот, кто будет у меня монтировать, попрошу его вставить эту фотографию, именно эту. Вот. А еще я хочу сказать, это судьба. Меня вот, понимаешь, Аль, это меня как
от человека к человеку. И вот я только снял фильм, которым рассказывал о том, что показал ветку сломанную Серафима, сказал, что это последнее. Маточное, ну как маточное, назовем это первое поколение. Значит, маточное, да? Наиболее сохранившее свои качества. У меня же потом пошли переделки, Серафим привез на что-то, он уже другой и так далее, это я жалуюсь. И еще у меня есть такой же маточный в СИЗО, и теперь, оказывается, у тебя есть? Да. Я теперь должен тебе весной ножки поклониться. Почему? Потому что мой Серафим полный, он не стал хуже, он стал другой. Вот. Ну что, все, я дело в том, что я возвращаюсь-то это. Из-за того, что плохо себя чувствую, я не могу дальше вести эту беседу. Но самое главное ты сказала. Ты сказала, что прокомментирую отдельно, потом прокомментирую. Вот. Угу. Тебя переучивать поздно. Так, а что касается низкорасположенных веток, это основа основ садоводства. Но это мы уже будем, как говорится, другое. Тема в другом месте. Поговорим в другом месте. Ну, для себя это очень хорошо. Я читаю. А мы с тобой теперь считаем, мы с тобой единомышленники. Да. Знаешь, как трудно быть одному? Один пру на все это. Ну и отлично тогда. Я надеюсь, что твой голос слышен. Угу. Ну все, до свидания, друзья. В смысле, до следующей съемки. Так, перешли мы в уютную комнату. Но спустя некоторое время, сегодня 7 апреля, как у нас с погодой? Сейчас быстренько глянем. Это, кстати, лишний раз не надо. То есть надо показать. Собрано 150 тысяч, а минимальная цель проекта 270 тысяч. Учитывая цену моей будущей книги 550 рублей, ну, сами понимаете, погоду они не сделают. А еще есть одна причина, по которой не сделают погоду. Сейчас я как бы уже в уме держу, что я разговариваю с Путиным. Мне так легче, удобнее. За ним можно пожаловаться Путину. Хотя это не в моих этих самых правилах, но, так сказать, не, пожаловаться не горько так, а ерничая. Вот. Помните Ваньку Жукова? Его фраза-то была знаменитая, сейчас ее забыли. Я почти забыл, как же назвучало-то, когда, говорит, и меня хозяева его нанятого малыша, мальчиша, тыкали меня селедочной мордой в его морду. Вот примерно то же самое, но это я не горько говорю. Наоборот, чувством превосходства. И вот, значит, мы хотели посмотреть погоду. Так, минус 4. Но днем, наконец, придет первое тепло. С одной стороны, все еще назвать это весной трудно. По ночам будет минус. Днем слабый плюс. Но если учесть количество снега, для нас необычайно много. Может ждать такое наводнение. От жары может быть сверхнаводнение, может быть не выдержать вся вот эта ирригационная система вместе с обводным каналом. Вот. И поплывут опять, как было, дома. Вот. К обычному наводнению готовы, оно же не первое. Тонул Сорск в Хакасии, тонул Абакан в Хакасии. Вот. Я рассказывал такую вещь, я чуть-чуть отступлюсь. Я рассказывал вам уже в предыдущем фильме, а вот Владимир Владимирович, вы его не видели. Значит, там так, небольшое ущелье, где речка Сизая, ниже плотины, подчеркиваю, ниже плотины, значит, она ничем не защищена от паводков. И вот хорошая деревня, дома, правда, в основном старые, я бы не сказал, что они сильно старые, вдоль реки. И вот в это несколько десятков лет интенсивная вырубка леса по ущелью поэтому. А речка-то небольшая, всего несколько десятков километров с гор стекает, с невысоких гор. И вырубки были страшные. Там было вырублено все, что можно. Это сейчас эти леспромхозы захерели. А тогда бесконечная вереница этих самых грузовых автомобилей, везущих эти бревна. И вот картина была жуткая, столько везли. А я уже не раз говорил, что, Владимир Владимирович, что дерево – это
связующая между землей и небом. То есть это насос, который выкачивает влагу с почвы. И тот момент, когда почва пересыщена влагой, допустим, осенью, плюс добавляется еще и снег, а весной талая вода, вот тогда происходит наводнение. То есть вырубать в таком диком количестве нельзя. И вот получилось так, что, это мой яркий пример, получилось так, что, видимо, учитывая гигантское количество вырубленных деревьев, из почвы на небо не было отправлено гигантское количество влаги. Это для этого дерево и служит. Вот, гигантское количество, а и влага осталась в почве. И когда снег таял, почва была и без того перенасыщена. Вот, вот эта причина была мини-катастрофы. Четыре дома смело, как эти самые. Представляете, какая? Мы обычно отстраненно говорим, потому что не наш дом снесло. Отстраненно. А представляете, какое горе было у людей? Потому что по реке плыли закатки любовно сделанные осенью. Вот, с огурцами, помидорами, да, натурально. Вот, все имущество, все, без этого. Представляете, что может быть, если это еще деревья-то не восстановились до сих пор, вырубленные. Вот, пожалуйста, один из примеров моих. Ну ладно, теперь мы посмотрели погоду. И вот такая обещанная, такая слабая, вялая весна, может быть, помаленечку истечет вода, и катастрофа не будет. А что касается садоводства, для меня всегда есть и холодный апрель, май, прекрасный урожай абрикосов. Прекрасное цветение абрикосов, а осень урожай. А когда рано расцветают абрикосы, жди беды. Вот, и получается, у меня из 10 лет, если брать в среднем, нормальный урожай не больше 8 годов. И то это уже считается очень замечательный результат. А последние годы было похуже, но все равно на один неурожайный год приходилось два не просто урожайных, а таких, что не знаешь, куда абрикосы девать. И вот мы посмотрели погоду, а сейчас я вас немножко развлеку. Вот, Владимир, дело в том, что, ой, какое это развлечение. Итак, приходит ко мне письмо от товарища, назовем его Владимиром. То есть он, его зовут Владимир. Я как-то, он меня не уполномачивал. Вот это все. Ну, прислал лично мне. Имею ли я право озвучить? Имею, но если фамилию не называть. Вот. Значит, есть такой форум виноградарей и садоводов. Сейчас мы с вами расшифруем, вы поймете, насколько все серьезно. И почему нет никаких надежд без ручного управления. А что такое ручное управление? Это ваш кулак, которым вы бьете по столу. Вот. Ну, образно. Вот, сейчас пробуем. Смотрите сюда. Так. Ага. Я сейчас буду листать с самого низу. Это очень важно и очень интересно. Это к вопросу, есть ли у нас будущее у садоводства. То садоводство, которое сейчас принято, оно безнадежно. Вот. За это время оно, были причины, по которым деградировало. Но одна из них, это то, что те, кто... Сами ученые садили сады и учили нас, это все неправильно, и все надо делать не так, и даже наоборот. Вот. Я сейчас отвлекусь еще ненадолго, потому что поймите, насколько важно. Итак, я когда-то уже несколько раз приводил этот пример. Смотрите, перекапывают почву под деревьями в саду, да? Есть два слова, термина, перекапывать и рыхлить. Ну, то есть, раз перекопал, дернул, не сёрнул навсегда, а потом рыхлишь, так, и чтобы дерн не пал снова, это уже второй этап рыхления. Вот. И я говорю как, почему это безнадежно, потому что, понимаете, вот это примитивное мышление с 19 века ничего не поменялось, и людей новых не появилось с новым мышлением, вернее не с новым, а с нормальным. Вот посудите сами, значит, какой термин применять, чтобы делать тупую работу, попробуйте постоянно в черном паре перекапывать, перетяпывать несколько соток. Это очень сложно, это очень трудно для любого человека, тем более пенсионера. Но мучается, это, надрывается, даже так можно сказать. А иначе якобы сада путнего не будет. И смотрите, какой они термин применили. А они, эти садисты, я их так называю условно, не садоводы, можно их назвать садунами, садистами.
Смотрите, какой я термин применяю. Они применяют. Значит, перекопав землю, мы насытили почву влагой. И это страшнейшее, одно из страшнейших заблуждений. Так же как-то второе страшнейшее касается там, что и лишние ветки и прочее. Но мы это проходили, еще пройдем. Как можно насыщать влагой? Подумайте сами. Вот сейчас они не знают, что делать с под землей. Под землей существует специально ирригационная, как бы назвать так, термин придумать, ирригационно-аэрационная система. Там есть подземные ходы, которые служат для вентиляции, для аэрации, для канализации. Все готово. Вот. И отсюда идет насыщение кислородом, и природа не просит вас брать лопату и все это уничтожать. Понимаете, вот все это взять, перекопать, там червей порезать, про это все ходы, уничтожить все, что там есть, там грибницы, все. То есть сложившуюся систему, да, знаете, вот сейчас бы мне поменять картинку, я начал с одного, уже перепрыгнул на другое. Ну где же я возьму, помните анекдот, где я возьму ночью мужика тебе, говорит муж жене. Ну это такой анекдот грустный. Вот. Ладно, мы... Сейчас я быстро договорю, ладно, и все-таки отклоняться от темы, это моя беда. Вот, зря я, наверное, это сделал. И, в общем, получается так, если коротко, это новое садоводство. Растет дерево, и вырастает дом, и одновременно под землей точно такой же крона, такие же ветки, которые мы корнями называем, да, и там работают все эти фабрики, заводы по производству. Ой, елки-палки, все знаю, это опять я уйду. В общем, там сложившаяся система. От нее зависит здоровье дерева, благополучие и, конечно, все урожай. И все это лопаты. Это страшнее, это как бомбардировка, которую на нас насылают, допустим, враги. Там идут тучи самолетов, все взрывают. Там такое творится под землей, когда лопаты, на штык лопаты все это уходит. И плюс искалеченные корни, в общем... Все страшно, и вот это называется насыщение кислородом. Поняли, да? Это одно. А позавчера, сегодня 7, примерно 4 числа, я опять включаю, почему я их терпеть не люблю. Дело в том, что эти милые женщины, так их можно назвать, с милыми улыбками, продолжают учить калечить эти несчастные сады. И вот смотрите, я хочу, чтобы моих сторонников становилось больше. Ну, тысяч когда-то, через год уже будет 1000 просмотров. Жаль, не миллион, лучше бы миллион. Тогда бы дела пошли. Но центральное телевидение, это вот эти самые, первый канал, миллионы просмотров. То есть это, на сайте там десятки, сотни тысяч просмотров. А ведь еще включаешь телевизор, они же везде, по всей стране. Это же первый канал. И вот эти феи берут с улыбками, заставляют делать, ладно бы, ненужную работу. А берет лопату с улыбкой, виллы, на этот раз виллы. Казалось бы, какой щадящий способ? Газон, его нужно насыть кислородом. А, конечно, уже не лопаты, уже газон не уничтожает, а берет, втыкает виллы и раскачивает. И это называется насыщение кислорода. Я как посмотрел, думаю, так ничего не поменялось. Представьте себе, тот же самый подземный город, сложившаяся система, червячные ходы, аэрация, вентиляция, канализация, так, через тире или через запятую. Все готово, все это там же показывает, что она... Ладно бы газон, ну делайте с ним что хотите, газон для красоты. Но он-то в саду-то, под деревьями, и вот она берет, и раскачивает в втором месте, вот с улыбкой раскачивает. А наша опять, пусть уже не в такой дикой степени, когда перекапывают эту землю вверх ногами, уничтожая все плодородие, да? Но они же все равно, они, уничтожая опять же вот эту вентиляцию, уничтожая насыщение кислородом, аэрацию подпочвенную, уничтожая все это, когда виллы, щадящий способ, раскачивает, все равно уничтожает. И называют это насыщение кислородом, что вот по этим дыркам туда кислород пойдет. Ну, я не знаю, ну, судите сами, поняли, да? Вот. А естественно, что они-то, их же кто-то учил, да? А учат, как правило, старше младших или более солидно, менее солидно. Мы все учились понемногу. И вот сейчас смотрим сюда. Итак, берет Владимир, вот его подпись. Так,
И кусочек моего, цитировать, кусочек моего сайта. На главной странице там написано «Создатель уникального сада». Вот интересно, что раз я создатель уникального сада, надо хотя бы подумать, а почему без всяких этих хитростей, без защищения, без калечения деревьев, почему у него все растет, еще в Сибири. И вот он для этого цитату и привел, да, как я понимаю. Вот, смотрим дальше, вам сейчас будет так интересно. И вот он от имени форума, значит, обращается в очень солидную организацию. Сейчас поймете, о ком речь идет, вам станет очень интересно, надеюсь. Итак, цитирую Владимира. Он цитату привел про меня. Вот. «Здравствуйте, садоводы. Здравствуйте, садоводы-любители интересуются выращиванием абрикоса в зоне Петроград, Москва, Челябинск, Екатеринбург. Вот. Хотелось бы фото ваших растений в саду в разное время года. Нас заинтересовал опыт Железа Валерия Константиновича. Хотелось комментарий ученых». Дело в том, что он же, видимо, с хитростью уже... тысячи моих сторонников, а знают, что я, как я обращаюсь, конечно, он обратился в солиднейшую, сверхсолидную суперорганизацию, а я, когда этот совет даю простым садоводам, которые обращаются в ближайший плодопитомник, ближайший, как он называется, интернет-магазин. Интернет-магазин – это все страшная вещь. Тогда выкопают 1000 саженцев, и они медленно умирают, ждут, когда их распродадут через почту или просто кто-то придет. Вот это страшная вещь. Ладно бы там с питомников бы живьем брали. Живьем это выкопал в машину. Но, к сожалению, не принято. Принято сперва их загноить и загубить, а потом продавать. Но это наша действительность. А я, чтобы уже поменьше было потерь среди нашего брата-садовода, я что делаю? Я им говорю, вначале маточный сад найдите. Вот. И вот когда вы найдете и узнаете, что там... Маточный имеется в виду полоносящийся сад. Маточный – это значит, что его используют на размножение с помощью там, взятия из него семян и черенков. Вот. А вот это и есть маточный сад. И когда он есть полоносящий, тогда им надо доверять. Вот. Открываю секрет из секретов. Мы, я и мои помощники, как их назвать-то? Господи, боже мой, этот самый, как бы их назвать-то, ну, добровольные помощники, вот, у меня все время это слово как-то не держится в голове, может, попозже вспомню. Вот, мои добровольные помощники взяли специально искать такие, найти хотя бы один сайт, который был бы фотографии взрослых этих, а так как до сих пор, кроме Латинкова, ну, еще, может, одного-двух там менее раскрученных садоводов найти не удалось, то возникает вопрос, а не гигантский ли это лохотрон? Но теперь уже не со стороны просто торгашей, которые покупают большими партиями на Западе, то есть Запад-Восток, то есть Запад-Юг, это южные страны, и все это, наверное, гибель везут к нам. Вот, вот такое, это понятно. Вот. И вот научил я, а он взял и сразу бах такой, может быть, они тоже торгуют, посмотрим. Итак, нас заинтересовал опыт Железова, хотелось бы комментарий ученых. Вот. Смотрите, кто ему отвечает. Гуляева Александра Алексеевна, кандидат наук, глава лаборатории, сортоизучение, сортовой агрегация, так. А называется их организация ФГБНУ. В ней и с ПК. Я толком расшифровать до сих пор не могу. Поэтому, ну, что это что-то солидное, вы уже догадались. Вот, или забежать вперед. А, вот, давайте я немножко забегу вперед. Все-таки надо знать, страна должна знать своих героев. Вот. Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых растений. Ну, что я вам скажу. Продажа саженцев. А, ну все ясно. Значит, раз продажа саженцев, значит, они тоже зарабатывают на этом деньги. И им надо что? Им надо иметь прекрасную рекламу. Вот, цены на саженцы. Вот, и... Нет, давайте по порядку теперь. Посмотрели, что это за солиднейшая
В штате работает 113 человек, 60 научных сотрудников. Ученая степень 38, 9 докторов, 29 кандидатов. Один академик, ух ты, елки. Это не он меня, это самое, с трибуны международной конференции согнал. Нет, ну, еще фамилию трудно назвать. 2004 года открыто действие аспирантура. Вот, так вот, я заранее говорю вам, ни один из этих аспирантов, если бы кто-то закладывался бы промышленный сад, ему дали бы там миллионы рублей и штат, и вот и обучаемых ими, никогда бы этот сад бы не вырастил. Вот. Почему? Ну, об этом уже много и горько говорили. Давайте вернемся обратно сюда. Так, самое-то интересное впереди. Итак, мы разобрались. Значит, Владимир обращается с просьбой выслать фотографию взрослого сада. Ему отвечают, у нас нет возможности рассылать какие-либо фотографии садоводного любителя. Да их не надо рассылать-то. Видите, она ссылается. Исчерпывающая информация вот на этом сайте, где мы сейчас только были. Но дело-то в том, что не может такого быть, чтобы вот прекрасный абрикос плодоносит, увешан плодами, там все прекрасно, и чтобы не сделать фотографию. Я в это не верю. Очень просто, потому что это есть реклама, раз продаете саженцы. Ладно, пока так, потом еще углубимся. Что, вот самое интересное, что касается меня, потому что там же кандидат, там 9 докторов наук, вот их отношение к Железову. И к новому садоводству, уже к реальному. Что касается железа ВК, он является, на наш взгляд, держитесь, садоводом-экспериментатором. Ну, тут я не против, знаете почему? Потому что любой дурак может быть экспериментатором. Это еще ни о чем не говорит. И в некоторых его публикациях есть какое-то рациональное зерно. Значит, интересно, что же их там привлекло? Какое зерно. Так, в научных кругах он малоизвестен. Абсолютно согласен, не обижаюсь. Почему? Красноярское телевидение, Кемеровское телевидение, Шушенское телевидение, Абаканское, Саяногорское – это узкий круг, так сказать. Маленькое пятнышко на карте. Вот. И как-то приезжал в телеканал «Культура», я его представил свой сад как сенсацию, накормил их на отвал этими суперплодами. Вот, самое вкусное на планете, потому что с дерева, а не с этого, не с, как бы сказать, не с химией. Так, и ну, они как-то сенсацию делать не стали, просто рассказали, и прошло малозаметно, а точнее незаметно. И вот, значит, получается, что я действительно малоизвестен, вот, и Владимир Владимирович, ну что мне делать? Вот, видели там, только сейчас показывал рекламу. Вот. Несколько, ну, тысяча книг будет, ничего не изменится. Так, никакой Америки он не открыл. Так, это пишет кандидат наук. Интересно, что же они открыли? Нам более известен его земляк, ученый-селекционер Байкалов, который является автором более 10 сортов абрикосов, устойчивых к сибирским условиям. Часть из них мы используем на правильных встречиваниях селекции абрикоса. Ладно, про Байкалова все правильно. Скажу, что он известен. Ну, покажите, у меня есть фотографии, обильнейшее плодоношение байкаловских этих, если самых, может, потом я отдельно найду эти фотографии, потому что долго искать, у меня гигантская это, вот, фототека, так можно назвать, вот, у меня есть, но они не лично мои, просто я знаю, где они находятся, у простого человека, который когда-то у него купил эти самые саженцы, простого советского человека, а у меня нет, но это дело принципа, потому что у него более 10 сортов абрикосов, потому что у меня тоже более 10 сортов этих форм и прочих этих клонов. Вот. И Байкалов на том свете я очень уважаю, я бы хотел, чтобы... ну, Владимир этого и добивался. Он, видимо, хотел купить саженцы, хотел увидеть деревья. Действительно, все так. Вот, потому что по данным разведки все гораздо хуже. И вот, значит... Получается так, что... Да, давайте дальше посмотрим. Смотрите сюда. Так. Его не устроил этот ответ. И вот он пишет. Здравствуйте, Александра Алексеевна. Спасибо за ответ. На сайте в НИИСПК
На сайте отсутствует фото-видеотека из ваших садов по временам года. Вот это, ну, грешен. Поэтому меня и не любят, что я научился задавать острые вопросы. Нету, отсутствует фото-видеотека, есть только конференции и лица кружком. И вот интересно, да, много научных учреждений в крупных городах, в Москве. Вот, и всегда вот это самое, когда открываешь сайт, видишь то, что он перечислил. Есть только конференции, лица кружком. Все есть. Так, теперь их, это фотографии имеется в виду, нет. И в Ютубе, ОК, Твиттере и так далее, вообще в интернете. Деревья живем от земли до верха. А интересно поглядеть разные сорта косточков. Ну, он то ли прикидывается наивным, но то, что он не наивный, это 100%. Вот. Просто человек уже, наверное, научился разбираться в этой жизни и не доверять это самое. А чему не доверять, сейчас увидите. Сейчас мы будем с вами сравнивать. Так, смотрим дальше. Добрый день. Это он пишет опять, Владимир. Добрый день, уважаемые селекционеры. Хотелось бы вашей оценки. Фотогалерея плодовых культур в саду Железова. Вот это он им, конечно, свинью подсунул. Уже зная, что ничего у Железова это нет, а потом увидите общую оценку. О, Железовский. Он им вот это показывает, да? Смотрим. Ага. И он им взял вот эту фотогалерею, представил. Молодец, я это так не умею. Вот. Ну, здесь, естественно, если я всю листать, боженьки мой. Знаете, она огромна. Я даже персики пропускаю, потому что речь шла об абрикосах. Вот. Это за один год немножечко. Я вам уже как-то показывал ее. Вот. Вот так вот, видите, это целиком деревья. Вот это действительно урожай. Посмотрим, что нам противопоставят. Так. Вот. О боже, неужели это мое? Что-то я же не верю. Может, я в Крым съездил. Если бы не видеофильмы, мне бы никто бы не поверил. Это маленький кусочек только показываю. Кстати, Амур. А это же не Амур. Обманул. Амур ярко-красный. У вас, Валерий Константинович, 10 лет назад фотографии были сделаны. 12 лет назад. Они ярко-красные. А я виноват. Вот. Я не просто переделал это все. Я еще и обосновал это. Про каждую можно рассказывать. Вот. Ну, ладно, пока на этом все. Итак, вот. Что-то оно все. Вот. Я посмотрю сюда. Это последние годы. Черешня, которая не может быть никогда. Неукрывные персики, которые не может быть никогда. Вот. Я так, немножечко. Но это моя сладкая месть. Почему? Потому что дальше будет написано, как у Эзопа, что виноград зеленый и не стоит до него прыгать. Действительно, вот это вот абсолютно не интересует науку. Меня вот это, вы понимаете, я-то всегда, это я все еще листаю, вот. Вот. Ой, надо по-другому листать, вот так, а то дергается у меня экран. Вот так вот. Вот. 2015 год. Это он еще не кончился. Вы поверите в это? Я сам не верю. Вот. Вот одну только открою. Смотрите. 100-граммовая. Ой, не то делаю. Ладно. Вот. Ну еще вот это. Это мой символический снимок. Вот это подвое, это привое. Так, чисто символический снимок. Это должно быть в каждом погребе, но как-то не стараются мои коллеги-ученые к этому. Вот. Не стараются, да. А потом получаются вот такие плоды. Вот. Я им свое название даю. Вот он, абрикос курдюма. Вот. Вот такие плоды получаются. А характеристики сейчас, они же так же листали, правильно? Вот. Листали. Вот. Сейчас. А, ну и тут, смотрите, тут если я еще открою вот это вот, вам плохо будет, потому что здесь еще много. Так, сэкономим время. Уже вот этого достаточно, чтобы посмотреть. Вот, кстати, вот такие фотографии украли, их уже больше 100 плодопитомников. Были, некоторых звучало слово научное, да.
Вот. И у нас доктора тоже писали. Но воровали вот такие фотографии, потому что это, своих явно нет. Ну, я это все рассказал, все это есть в фильмах. Не то, что я сейчас ляпнул, а поди проверь. Все это есть в фильмах. Ну вот. Итак, фотогалерея он представил, посмотрели они. Внимание! Здравствуйте! Ответ Владимиру. Это обычные среднестатистические плоды. И вот я подумал, ну, допустим, у меня есть 20-30 граммовые, 40, они уже сладкие. Это могут быть абрикосы, сливы, вишни, вот, черешни, там, что еще, персики, не крупные. Но есть и 50-80, 100 граммовые, и есть зашкаливают за 100 грамм. Вот. И это обычно среднестатистические плоды. Ну, естественно, что остается только что все найти, что у них есть. Ну, в общем, вот переписка закончилась. И тогда получается следующее. Значит, посмотрели мы, да? Ну и что остается? На сайт заглянуть, посмотреть. И вы увидите то же самое, что я видел столько раз. Вот, это отдельные плодики, и они подозрительно напоминают то, что я видел и в прошлом году, и позапрошлом году, и всегда. Вот, и у меня получается вот продажа саженцев. Сейчас мы с вами найдем абрикосы. Нас интересуют абрикосы. Яблоня, черешня, вот. Нет, черешня тоже меня интересует, все-таки в Сибири уже черешня. Так, ну вот опять отдельные плодики. Так, минуточку, а зачем вы нарисовали? Это ж нарисовано. О, ребята, это, видимо, для ваших отчетов. Зачем было рисовать? Тогда давайте смотреть немножко глубже. Так, что еще у нас? Черемуха не интересует. Господи, еще черемуха заниматься. Больше нам делать нечего. Я черешня. Так, слива китайская. Вот слива китайская, это такая вещь, она везде должна быть. Вот. Ну-ка, все равно загляну. Да и вам это, друзья, интересно будет. Слива. Меня всегда смущает, когда они... Ладно, не буду. Вот, все жить хотят. Ну да, листья, да. Дело в том, что китайки, они, как бы сказать, что не смейтесь надо мной, но для меня все, что круглое, это ринклоды. Вот. А у них своеобразные листья, не своеобразные, а присущие, да, действительно, китайки. Так, ладно. Сейчас дойдем, так, слива домашняя. Ну, давайте сейчас на сливы глянем. Ну, уже не выдержал. Я их не рекламирую. А почему? Я их рекламирую. Меня смущает вот что. Вот это вот. Такие рисунки делались в начале 20 века. Вот. И опять рисунок. Ну почему фотографии нет? Неужели до сих пор невозможно сфотографировать? Меня вот это убивает. Вот. Это кусочек сделан из этого самого. Из какого-то учебника, из какого-то пособия. Вот это рисунок. Так. Венгерка. Что, подождите, правда венгерка? Так, ну, продают, а фотографии нет. Так бывает. Ай, богатырская. Правда, у меня такая же точно. Так. Балкарская. Баллада. Ну что? Ага. Слива домашняя. Вот это уже не домашняя. Ну, в принципе, может быть, какой-нибудь этот гибрид домашний с венгеркой. Ладно, не будем придираться. Тут сам такого наворотил. А они мои коллеги же. То есть они не мои коллеги, они меня коллегой не признают. Нет, только можно вот так ерничать, так говорить, только в каком случае, правильно, когда есть сад, которого нет больше на всей планете, ни у кого. Так, персик, ну давайте на персик. Я вот когда готовил эту речь, я не глядел. Так, что-то я не туда нажал. Вишня волосы. Ну, волосы, вишня интересно, но... Самое легкое, что можно сделать, это волосы. Главное, горнюю шейку не загубить. Вот тоже у нас много сейчас стараются. Так, а персик, наверное, вот это. Вот он, да. Так, опять. Ну, ребята, ну, я уж там кандидатка наук. Ну, поймите вы, ну, зачем нам нарисованный персик? Ну, что получается? Чем-то торгуете?
До сих пор фотографии не сделали. Опять нарисовано. Не нравится мне это. Не нравится. Это я говорю, просто садовод. Мне не нравится, когда вот так вот берут, два персика рисуют. Вы мне все, сфотографируйте все это. Вот. Здесь то же самое. Где вы этих фотографий понадергали, хотел бы я знать. Ну, три штуки. Да что это такое? Вот это мне не нравится. Это я вам говорю, россиянин. Владимир Владимирович, как видите, я им плачу той же монеты, как и они мне платили. Так, ну что, будем искать. Самое интересное, мы подходим к абрикосам. Итак, сорта абрикосов. Ну вот, как я и думал, вот этот снимок, он уже много-много лет в этом самом интернете. Просто набираешь там академик, вот, и он там и есть. Я даже не уверен, что этот снимок в вашем саду сделан, потому что эти самые, кандидатка наук, вот, понимаете, Амур. Ну неужели трудно фотографию Амура сделать? Он настолько неприхотлив. Вот у меня такое подозрение, что фотографии нет, потому что вы плода не получили. А как торгуете? Как-то торгуете. Вот. Смотрим дальше. Восточно-сибирский, понятно, Байкалов. Тут спору нет. Но раз, два, шесть плодиков меня не убеждают. Понимаете? Не убеждают. Восточный Саян тоже Байкалово. Горный Абакан тоже Байкалово. Меня это не убеждает. Я хочу видеть дерево. Точно так же, как Владимир, который к вам обратился. Здорово он вас подставил своим письмом. Вот. Ну и тоже, это, зачем было сразу писать, что это... Тут же правда, что железо малоизвестен. Ну так приезжайте, вот, пожалуйста. Это. Я не скрываю, я сейчас не боюсь говорить, что я дружу с Байковой Галиной Николаевной, кандидат наук. Вот. Я, причем она настоящий садовод. Она столько вырастила этих самых в Сибири. Такое садище было. Потом сейчас, конечно... Да те же самые проблемы. Неправильная агротехника. Удержать это все, что она достигла, невозможно. Дускобилов, Абакан, кандидат наук, тоже столько. Вот, сейчас он уже глубокий пенсионер, ему где-то 74-75. Я ему не навредю, если скажу, что у него свой лисий питомник, он весь опыт использует только для себя. Вот. Ну что, да вот, всех, наверное, перечислил. Когда-то дружил с саратовским этим самым ученым, с Чернышевым Валерием Петровичем, но он уже давно в могиле. Ну вот и все, посмотрите теперь. Вот это и хотел узнать, увидеть настоящее подносящее дерево, Владимир, у него ничего не получилось. Вот так. Ну сейчас небольшой перерыв. Как с вами попрощаться-то по-хорошему. Дело в том, что это, Александр Алексеевич, я прошу на меня не обижаться. Мне больше всего непонятно, да? То, что мы живем как будто даже не в разных государствах, у нас одно государство, вот, мы как будто живем на разных планетах. И как-то оно сложилось так, мне трудно понять. Вот. Тут только бы узнали, это все, что сегодня мое, а мы садоводы-любители, это я вам плачу той же монетой, говорю, горький слава, мы вас опередили лет на 100. Вот. И начинать вам, чтобы, опять же, нужно по-новому, чтобы вот это, вся эта агротехника должна быть запрещена. Понимаете? А вы еще и занимаетесь учебой этих аспирантов, да? Вот. Можно учить чему угодно, но на самом-то деле садоводство, оно очень простое. Есть три варианта, это я вас еще немножечко поучу, раз я мало известен, сейчас вы поймете. Есть три варианта выращивания сада. Первый вариант – это... Так, как делать, и как вы учите аспирантов, и все вот это, если перечистить, весь этот ужас про лишние ветки, про корневую шейку, про это, про направление это клоновое, заметьте, не привое, подвое. Вот, все, вот это уничтожение почвы, центральных, я столько раз об этом говорил, это мне надо перечислять целый час, что вы творите. И это получается, да вот и получится, что вам придется вот так демонстрировать по три плодика, потому что больше нечего, да и то еще это самое, неизвестно откуда взятое, а еще и фотографии нет. Это, вот. А, понимаете, вы продаете саженцы, дальше я говорю как коммерсант с коммерсантом, так,
Вот. Значит, где он мой этот самый, где он тут это? Еще раз туда вернуться. Сейчас, секунду. Я говорю, как комиссар комиссатов. Или вы понять-то не можете, что. Вот на рынке у нас продают. И дальше, потому что, может быть, вы хороший ученый, но плохие коммерсанты еще к тому же. На рынке у нас продаются саженцы. Средняя цена сейчас 500-600 рублей. Так, эти самые фотографии, естественно, понадерганы с интернета, а значит, самые лучшие какие только, ну, самые яркие фотографии. Они не соответствуют продаваемым, но это уже другой вопрос, вот, господин профессор. Это, знаете, чтобы не так грустно было, анекдот рассказываю. Идет экзамен, профессор злой как собака, весь курс провалил экзамены, так, то есть всем поставил двойки, с ужасом, трепеща внутри, заходит последний уже студент, вот, тоже ничего не знает, а биология, это самое, кстати, это нормальный экзамен, это, можно сказать, что все так в жизни есть. Профессор уже в отчаянии говорит, только молодой человек ответит на один вопрос, и ставлю тройку и пошел. Это самое. Вот. Что такое крупное морское млекопитающее животное, самое большое на планете, воздуходышащее? Откуда ему знать? Сходу отвечает, это шестиногий семирук. Профессор Пенсне выпал из глазу, он на него с ужасом посмотрел, говорит, а что это такое? А это, господин профессор, уже второй вопрос. И протягивает ему визитку, эту зачетку. Вот так вот. Так вот, господа, я вам сейчас говорю как коммерсант. Если бы у вас действительно все, что вы там красиво рассказано, но не показано, никакого сада, вот, было бы, у вас было бы, как у моего сына, железо, и у меня в свое время. У меня всегда саженцы были в 2-3 раза дороже, чем на рынке. Там 500-600 рублей, вот. А люди берут, но они берут из-за дешевизны, из-за того, что у них нет лишних гроша в кармане. Вот. Берут. Берут, наверное, смерть. И моя статистика железовская. Значит, я занимаюсь тем, что посещаю много садов. Я не собираюсь, не устраиваю специальные обходы. Константинович умирает сад, Константинович умирает сад. Прихожу в сад, а там этот суперклей, знаете, есть такой, многие, наверное, обожглись уже, намазал ствол, дерево мертвое, намазал ствол, дерево мертвое, а якобы спасает от муравьев, должен убивать муравьев, которые влипнут, вот. Это, и вот такое вот, или изувечит дерево, подрезает ветки, а обычно нижние скелетные, вот, а дерево опять умирает, а Константин, я побывал в многих садах, заодно я пытался обнаружить, каждый день на рынок привозят, каждый год, весной обычно привозят десятки тысяч этих самых из Узбекистана. А выдают их за, само собой, за эти, за или местные абаканские, абакан 100 километров, или чаще всего алтайские якобы. Вот, на самом деле это Средняя Азия. И они, я про это много в фильмах снимал и даже как-то раз рассказал, как на меня орало. Не имеете права, рядом стоят наши ребята, торгуют, и я их раскручиваю вот этими фильмами, да, вот, я их раскручиваю, я говорю, какой замечательный саженец, подходя к Тотарову или там Филиппеву, кого-то, они действительно замечательные, и прививка не почкой, а это, а улучшенная капулировка, и корни тщательно упакованы в землю, все, и саженцы свежие, и даже немножко обрезает, это мое давление на них, но, не, ну, к сожалению, я режу 5 раз больше, и клянусь, что так надо делать. Вот. Ну, ребята, у каждого свой потолок. Но все-таки обрезают. Вот, все. И тут же рядом, не смейте, никакое право, кричат аж в это, в истерике. Вот, прекратите съемку, заплатите за съемку. Вот, покажите разрешение на съемку. Интересно, от кого. Вот, это. То есть, понятно уже по реакции, где настоящая саженца, а где с юга. И вот я сейчас с вами разговариваю как. Вот. Ну, если у вас действительно что-то есть, ну, пожалуйста, сделайте вот такое. Вот представляете, это было бы на вашем сайте. У вас цену бы сразу подняли. Еще раз говорю, у Сергея Железова, который последние 3 года уже торгует, а я уже не могу по состоянию здоровья,
У него, если там, допустим, 500-600, то у него он может стоить 1000-1500, а самый отборный 2000. Вот. Я же вам как говорю, как торгаш торгашам. Ну, раз вы этого не сделали, ну как так? Ну неужели вот это... Попробуйте все-таки, если действительно у вас что-то есть. Вот. И не футбольте больше людей, потому что вы же потеряли клиента. Вот. Если, правда, показать нечего, тогда действительно, вы не потеряли клиента, вы его считаете, ну, то есть, логически потеряли. То есть, он не должен быть ваш. Вот, видите, это я еще плохой фотограф, и я еще редко снимал. Вот так вот. Ну, вот поговорили. Сейчас небольшой перерыв, а дальше продолжим учебу. Итак, Владимир Владимирович, что мы имеем? Мы имеем что? Сознательное, как бы сказать-то, использование сотни плодопитомника вот этих же фотографий. Ах, еще раз пожалуюсь, а то меня, видите, этим селедочной мордой, мою морду, да. Я вам сейчас покажу фотографии, которые... это еще... Они появились раньше, когда их надо сразу в дело, обоборот, чтобы было максимальное вранье. Сейчас пройдемся немножечко. Вот. Я вам покажу фотографии, которые в этом самом. Интересно, да, что вот эта фотография. Вот это моя знаменитая линейка, я уже говорил об этом. Я специально раскрасил, чтобы масштаб был лучше виден. Но какую она положительную роль сыграла, то есть теперь я ясно, где увидите, значит, воровали. Вот, и такие есть. Вот эта фотография сворована. Вот. Далее. Это я самые эти. Вот эта фотография. Амур. Вот у вас вместо Амура пустой квадратик. Извините, тоже монеты получил. Вы меня опустили. Вот. А я просто вам говорю, как есть. Вот, ну. А вот это. А многие не постеснялись. Украли за милую душу. Вот. Вот эта фотография украдена. Вот эта фотография супер. Я не знаю, она у меня одна из сотен рядовых, как бы сказать. Серафим, прекрасная вещь. А, в начале этого фильма Алевтина-то, это самая, моя старинная подруга, с 1984 года дружили, вернее, с ней, с ее мужем в этом в Красном хуторе, да, уже, к сожалению, покойным. Так вот, она-то вот расхваливала именно его. И вот... Плоды так грамм 40-50, для меня это середнячок. Вот тут вот правильно вы сказали, что это, что среднестатистически не превышает. Ну, конечно, это вранье, что не превышает. Вот они действительно превышают. Это лучший сад в России по качеству плодов и по морозостойкости. Так что, ну нет, еще есть латинковские, ну два лучших сада по морозостойкости и качеству плодов. Так будет объективнее. Мы друг другу не завидуем. Вот. И вот эта фотография, да, уже, наверное, больше, ну, минимум 30 питомников ее присвоили. То есть у них нет никаких серафимов, значит, еще бы им свои не сфотографировать. Вот. Вот эта фотография украдена, идем дальше. Вот. Ну, извините, вы меня это самое. Вот эта фотография не украдена, но я уже говорю, что ее признали фальшивой. Вот, я уже Богом клялся в нескольких фильмах, как встречу ее, что это действительно все так. Вот. А доказательств фальшивости признали, что у него в руках мелкие плоды. Вот, ну вот, что-то Ирина Владимировна, Ирина Васильевна, зачем ты взяла мелкие, подняла? Вот, из-за тебя столько у меня было шума во всем интернете. Вот. Как кто напишет в мою пользу, растирают тут же. Вот эта фотография украдена. Так, дальше. Вот эта фотография очень популярна. Кто ее называет этим персиком, кто персиком и абрикосом, то королевским. Самое интересное, что все это правильно, потому что официальное название отца или матери королевского абрикоса называется абрикос персиковый в скобках Франция. Вот эта фотография украдена. Вот эта фотография украдена. О, ребята работают. Вот. Ну, у меня есть целый фильм, я там подробно и показывал сайты. Показывал. То есть мне нельзя сказать, что я вот сейчас вам привлечу или вру. Вот. Ой-ой-ой. Надо разбираться. Я вам еще столько бы показал украденных фотографий. Ну ладно, бог с ним, не будем отвлекаться с вами. Вот это действительность. А что же он отсутствует-то? Я давно сюда не заходил. Ладно. Ну вот, а вот вам против это. Что это самое? Вот эта вот фотография академика. Я столько раз видел в интернете.
за многие годы. Вот это вот. Эх, сейчас. Ладно, я сейчас это самое сделаю перерыв и продолжим. Так, нашел я вашу фотографию в интернете. Так. Вот она. Действительно есть. Вот. Еще есть. Вот. Единственное, что я любуюсь не уже много-много лет, неужели ничего нового? Так, грустновато. У меня каждый год обновление. Меняются плоды. Я уже жаловался так менять, что их узнать не могу. Ладно, сейчас мы еще немножко посмотрим сюда. О, я вот это пока искал, сразу смотрите. Абрикос Академик, среднеспелый. Вот, цена 536 рублей. Вот какая точность. Вот. Оценка, срок цветения, созревания. Вот. Тут есть одно но. Дело в том, что это моя фотография. А у кого она оказалась? Ну вот, любуйтесь. Русские семена, семена почты, доставка, оплата. Вот так вот, друзья. Еще один обман. То есть, если фотографии своей нету, взята моя. Кстати, нужно ли доказать, что она моя? Это я пока набрал эти абрикос академии, тут же высветилось. Вот. А я еще не знал про это. Это стоп, бог знает какая уже, да? Вот. Вот здесь вот я набрал абрикос академик, видите? Вот сразу в это самое влетел сюда. И вот тут же он высветился. Вот. А, он, вот тут он был. Тут уже крыжовник. А вот в эту клетку я нажимал, когда я нашел свою украденную у меня фотографию. Ой, что творится, что творится. О, тут я есть. Абрикосы могут расти у нас. Смотрите, и я нашелся. Вот. Только вот, к сожалению, видите, вот это все мои... Впервые во владениях знаменитого селекционера и садовода Валерия Железова мы побывали в морозном январе. Тогда, конечно, невозможно было в полной мере понять причину, по которой ученые и коллеги-садоводы со всей страны едут в Красный Хутор, чтобы Вот я случайно нажал, то есть интересно было. Не едут со всей страны. Дело в том, что не едут. Вот эта дама, наша, этот самый, ведущая нашего телеканала Саяногорского, так, она была мне летом и застала такое оживление. Там десятка, полтора человек сидела у меня в беседке, пили чай, я читал им лекцию. Так вот, и действительно, она брала интервью у москвича, брала интервью у жителя Томска, Урала. Ну, это, у нее создалось впечатление, что едут, не едут. Слово ученое здесь неприемлемо. Она преувеличила. Ну, что с ней взять, она же все-таки журналист. Так, вот видите, вот здесь крыжовник, вот здесь была моя фотография, только сейчас вы видели вот это самое. Вот. Ладно, а, кстати сказать, давайте вот это полистаем. Давайте полистаем. Посмотрим. Вот это вот академик. Это академик этого Латинкова, 90% это его академик. Вот. У нас академик. А вот это мой академик. Видите, какие они разные. Вот это не знаю, чей академик, вот это не знаю, вот это не знаю. А вот это вот эта самая организация, которой я веду заочную беседу. Это не знаю. А, мое. Я вам показывал. Я еще назвал его, что это абрикос Курдюмова. Дело в том, что вы знаете, любимое занятие, оно получалось случайно, я потом задним часом осмыслил. Похож на этого? Вот с него начиналось, вот, не вот это, не вот это, не вот это, не вот это. Сейчас я быстро пролистаю. Вот, с него начиналось, ну-ка сравнивайте. Вот. Вот это стало моим любимым занятием. И я как бы дразнил науку. Понимаете, вот нет достижений. Вот что интересно, да? И происхождение жизни на Земле, теория Железова, Латинкова. Это мировое открытие, это Нобелевская премия. Ее обязательно украдут. Они же не дают мне хотя бы на всю страну или на всю планету как-то бы озвучить, что да, вот есть такой фантазер, там это, ну, какие-то, как было написано у этого товарища, там, экспериментатор, что-то там, есть там пару этих чего-то. Вот. Но это для чего? Надо застолбить. Ведь американцы, китайцы, особенно китайцы в этом направлении, они же все это украдут.
И как делать вот эти вот клоны? Это ж на ваших глазах это самое. То есть я же печатаюсь-то уже больше 10 лет, и получается все это на преображение происходит, и все новое открытие. Украдут же, поймите, господа, я же говорил, пусть у вас будет 10, вот там у вас академик, 8 этих докторов наук, а 10 железо, садовод любитель скромника. Так на риске делали это самое. Знаете, там был такой момент, я был инженером довольно скромным, там мастер, старший мастер, так, а работал в сложнейшей гидрометаллургии, да, и единственный, кто помнил все 202 технологические линии в нашем этом цех электролиза никеля, да. Вот. И ко мне приходили ученые из института, говорили, вот готовая статья, у нас такие правила. Должен быть первый производственник. Да, ради бога, я читал статью, она это самое, вносил свои изменения, я же был, короче, этого самого яйца, или как там, вот, по грамотности. И три фамилии, моя первая, я так ходил такой гордый, меня печатают отраслевой журнал «Цветная металлургия», да, такой гордый ходил. Вот. И здесь то же самое. Ну, вот академик, помните, там 8 докторов, а 10-й же ну, нормально, и мы бы это самое, мировое открытие. Зачем вы отстраняетесь? Ведь доказав, что этого не может быть никогда, не доказав, а не заметив. Вот. Или это, виноград зеленый, сказала лиса, не допрыгнув до спелого винограда. Понимаете, о чем речь идет, господа, вы же вредите себе, стране, себе вредите. Давно бы уже надо, только первая появилась фотография, вот такая, вот смотрите. А это мы снова нашли, да, давайте еще поищем. Я не говорю, что тут много моих. Вот. О, пожалуйста, фотография из моего сада, вот. 100%, ну, я сейчас сказать не буду, да вы мне поверите, это же мои дети. Узнаете, как отец своих детей. Вот. А вот эта фотография Латинкова. Знаете, как прокололся этот самый? Ой, целая... Я уже, извините, Владимир Владимирович, это для вас говорю. Еще раз говорю, почему нужен чрезвычайный съезд, чуть не сказал совету, чрезвычайный съезд садоводов. Вот. Но настоящий, чтобы там было ровно 50% любителей. Чтобы мы могли противостоять этому. Наш любитель, у нас любитель Сунтуга. Челябинский, это я для вас говорю. Я говорил, но ему нужно повториться, потому что а вдруг кто-то из ваших помощников все-таки увидит и вам хотя бы вкратце доложит. Вот. Челябинский состоялся съезд садоводов России. А меценатом был генеральный директор НПО Сады России. Вот. Так пригласил, естественно, меня. Он мне даже туда в другом эфире мне рассказал, как он меня туда приглашал на работу и трехкомнатную квартиру мне ключи показывал. Это ладно. Естественно, что на съезд был от нас приглашен этот самый я и Боднар. То есть там организатор съезда Сергей Николай Георгиевич, он не то, что там это, он наш человек, а он организатор, он всех знает, как этих. И, значит, Боднар поехал, его это самое. Ну, в общем, съезд-то прошел, а результат. Вот, поаплодировали Боднару, да, выбрали президиум, выслушайте речь, поаплодировали, а потом по Сусалу. Какое он имел право называть гибриды? Черешня, у меня действительно гибриды, чудо-гибриды, своими именами. А как их, если надо как-то? Он что, должен был написать гибрид номер один, гибрид номер, это самое, 38? А он называл именами своих детей. А так как науке это даром не надо, мы делаем, что хотим. У меня есть, допустим, этот самый, сейчас есть черешня Боднар, вот. У меня есть, допустим, значит, абрикос курдюм. У меня есть персик бродский. Вот видите, а потом они как расползутся по стране? Меня правильно, вернее, Боднар ругали меня. Ну, не хотите как это самое, снизойти до нас? Вот. Ну, как снизойти? На нашу вершину забраться. Коль оказалось, что мы выше вас по результатам. И вот, значит, получается так, что расползутся эти названия, так же, как абрикос левицкий, но расползутся уже как фальшивки. Звучные имена, это самое, постепенно расходится информация, и имена это самое, там, того же Боднара или там, допустим,
Курдюмова уже в практическом плане, то есть продаваемые саженцы, назовут их именами, хотя бы, а это туфтовые саженцы. Вот к этому идет. А почему я говорю? Длинное вступление. Я вот сейчас вспомнил, да, тут вот этот раздел называется «Академик». А, ну, хорошо, получилось, Амур, ладно, что влез сюда, хорошо. Вот. Но это, спичный коробок, открывает страшную тайну. Кстати, у Амура исчезло это. Вау, это не значит, что Латинков что-то напутал. У меня тоже исчезли эти, я жалуюсь. И у меня, у Латинкова, после многочисленных прививок, исчез нос. А нос у Амура, он как бы младший брат академик. Это я говорю в плане, вот он академик, но уже размазанный. Сейчас я вам покажу академика классического. Вот, вот академик классический, да? Вот, видите, нос. И такой же нос, только по размеру в 2 раза меньше, является этот, Амур. Вот. А он у него исчез, видите? Смотрите. А это латинковские фотографии. И вот это вот спутать невозможно. Нет бы написать Латинков, но хотя бы явно, что это спичный коробок его. А дело в том, что длинная прелюдия, дело в том, что фотографию с Амуром, это рука его жены, видите? Есть еще одна. Я не знаю, увижу ее вот там дальше, а я как бы заранее экспромт. Вот. Была украдена, ой, как до сих пор так не сказал, потому что это же позор-то какой. Вот. Самая настоящая академия. Это значит, что у них нет своего Амура. Отсюда показать-то надо людям на этих, на сайте. Вот такой уровень. Поэтому вот Сербор начался с той фирмы, которая сказала, что плоды у Железова, как у той лисы, виноград зеленый, плоды среднестатистические. И вообще он ничего не представляет. Так, вот. Ну-ка, давай еще полистаем. О! Амур ни при чем. Это железовская фотография. Вот была бы экспертиза. Ну, я мог бы, как сказать, это, она как сюда попала, к Амурам, я не знаю. Вот. Это переделанный маньчжурский абрикос, который вообще теперь ничего близкого не имеет. Я говорю, ребята, невозможно сохранить, невозможно. Ведь у Амура, того патриарха, есть супруг или супруга. Вот, опылил косточку, я вырастил, вот что получил. А они сладкие! А маньчжурец есть-то невозможно. Вот так вот. Видите, это сюда моя фотография влипла. Ну тут без обмана. Вот еще моя. Вот это курдюма переделанная. Вот. Как. Видите, о! Воровать трудно. Смотрите, вот моя линейка. Только что почему-то мои фотографии большой, сильно большой процент от это самое. А, ну это уже ясно, это Латинков. Классический это. Ну, Латинков мой друг, я горжусь этой дружбой. Мы друг другу не завидуем. Мы двумя путями шли, а пришли к конечной цели. Вот. Он сохранил этого академика, а я испортил. Вот. А конечная цель одна. У нас были настоящие сады. Вот. И сейчас я скажу, потому что сильно много говорю не по теме, а ведь я собирался как? Что я собирался делать? Вот это вот мой архив, да? Вот это вот 2016 год. Серия номер 3, я еще с ним работал. Помните, я говорил, что Назарбаева, это самое, ищет, где настоящие аэропорты. Вот, дал команду найти. Вот, а настоящие аэропорты у Чернобаева. Вот, а у меня интересно как. Я раздобыл аппорты у Байковой, кандидата наук. Это Субботинский опытно-испытательный участок ГСУ. Вот, вот это ее аппорт, да. А я с ним пожил, поработал, получил вот такой аппорт. Интересно, да? А у Чернобаева истинный аппорт. А он с Казахстана привез, с Алматы. А Чернобаев ищет, где же это? Они там так упустили, опустили до самого дна садоводства, что у них исчез Алматинский аппорт в Алмате и вообще в Казахстане. Вот. И я, когда фильм снял про Чернобаева, я думаю, ну все, теперь жди тебя эти. Сейчас очередь выстроится. И все с Казахстан, с каждой ночью учреждения. Ага, до сих пор ждем. Ну это ладно, так. Это я, конечно, опять увел в сторону. И вот я когда с вами работал, да, я дошел вот до седа. Сейчас скажу. Вот до этой фотографии. И начинается серьезно нудная учеба. Сейчас покажу ее.
Вот. Я дошел до этой фотографии, долго возмущался, что преждевременно жирующие побеги якобы есть у дерева. А это нет их никаких преждевременно жирующих. Это страшнейшая ошибка, которая привела к гигантским потерям во всех садах. Вот, я напоминаю, на чем мы остановились, да. Вот. И, а перед этим я проскочил, потому что это целая тема, я посвящу этому целый фильм. Вот из-за того, что деревья имеют разную крону, а где-то когда-то какой-то без фантазии человек сказал, что крона должна быть вот такая, и началось кромсание по всей России. А возглавляет сейчас это телеканал «Бобер» и группа «Фей», которые не ведают, что творят, фактически их нельзя феями назвать. Их как-то бы по-другому. Фея – это что-то доброе. А она секатором на наших глазах уничтожала ветку, которая растет внутрь дерева. Она представления не имеет, что на планете, запоминайте мой один из сотен постулатов Железова, на планете нет двух одинаковых деревьев. Вот. И приводить к одинаковой форме крону, вот, подлость, идиотизм, предательство со стороны тех, кто это делает. Я вынужден применять, Владимир Владимирович, такие термины. Вот. А почему я говорю? Я напомню, что, о чем мы будем говорить дальше. А сейчас еще такой момент напомню все-таки. Вот. Дело в том, что... Так, а мы еще... Вот интересно, если дальше листать, что там будет. Вот. Вы только сейчас видели... Вот. О! Вот, видите, опять моя фотография. Но дело в чем. Их присваивают... Как? Вот... Ну-ка, сейчас откроем мы это дело. А нет, наверное, не получится. Ладно, короче, вы уже догадались, что делается вот так. Берется из моего фотографии, я вам показывал, тут было 5 плодов, вот они. Вот, это моя фотография, 100%, не 99%, а 101%. И вот они вот так вот вырезали, его уже почти не узнать, правильно? Вот, и, а ну-ка, эх, или не будем время терять, чтобы доказывать. Ну, в общем, вот теперь в таком виде, фактически не узнана, она присвоена. Вот. А потом уже из этого сайта она попадает куда? Она попадает в этот самый, в интернет. Вот. Ну еще, ладно, полистаю. А, вот он! Вот эта фотография Латинкова, это рука его жены. Видите этот самый же, этот спичный коробок? Ее присвоила Государственная академия. Как мне хочется назвать ее название. Вот. Так вот. Я когда говорил, попробуйте теперь сказать, что я преувеличу. Вот, как Латинков на Урале такой же, как я в Сибири. Вот, или такой же, как на Дальнем Востоке Бродский, третий наш друг. Вот. И вот я утверждаю, что я преувеличил или нет, когда я сказал, что от Латинкова на Урале пользы больше, чем от всех научных учреждений. И вот доказательство того. Украдена у Латинкова фотография. Интересно, еще полистать, что ли? А это Амур уже, ясно, это моя фотография. Вырезана опять середка. Вот, это моя фотография, этого не знаю. Вот, этого не знаю. Интересно, найду еще. О, вот эта фотография украдена несколькими этими. Сами. Я, единственное, что я обижаюсь на них, знаете, за что? Не поверите. За то, что они ее не превратили в якобы это... Я показывал, как они разворачиваются, и получается колонна. И почему до сих пор ее просто присвоили, украли, назвали своей, а, ну, чтобы продавать саженцы. А вот про это они не догадались, что разверни ее вертикально, вот вам колонна. Вот. Ну, Латинков, Юрий Алексеевич, это твоя фотография. Ну, действительно, надо такие вещи показывать, чтобы люди знали своих героев. Страна должна знать своих героев. И тех, и этих. Вот, вот это вот переделанный серафим. Но я уже рассказывал, мне повторяться не хочется. Это я не знаю. Вот, это, по-моему, Латинков. Ну, не буду говорить, вдруг обману. Вот, вот это фотография, это переделанный, этот самый, в общем, с Украины привез, плоды были, ой, а когда же мы работать-то будем? Рассказывал я об этом. Да в двух фильмах. Короче, это моя фотография. Неизвестная. Ух ты, какая красивая. А у меня нет таких абрикосов. Выходит, я не первый. Правда, и не последний. Вот. Просто стало любопытно. Я уже долистаю еще немножко.
Тут их может быть тысячи, а может быть, как смотришь иногда, нажимаешь там 4 миллиона вариантов. Думаешь, господи, а кто же их это просмотрит, когда? О, тоже моя, тоже украдена, видели? Из обмана, Железовская. О. Ну, это вот как раз той самой фирмы, у которой кандидат наук сказал, что я для них интерес не представляю. А зря. Но вот это их фотография. Правда, она сильно старая, так можно сказать. Вот. Как будто у них ничего нового нет. Это опять Серафим, я вам показывал его. Но они как делают? Они его чуть-чуть подрежут вот так, видите? Подрежут уже как бы, и уже как будто бы я не узнаю. Я когда это, я как только не, а я вот по этой вот всегда определял вот это вот, ее поворачивали и так и так, переименовывали, резали по всякому, а вот это вот смотрю, а сразу глаз наметанный у меня, а мое, а то бывало я почти не узнавал. Ну, мне нравится, что, вернее, это плохо, если такой большой процент моих и латинковских, значит, извините, дела в стране херовые. Вот. Если одно и то же, и потому же маячит на это самое, куда ни загляни. Вот. Это не моя фотография. Но это редчайший случай, когда я вижу целое дерево. Редчайший. Я вот к вас призываю, господа ученые. Пожалуйста, откройте личико. Где ваши фотографии? Вернее, где ваши сады? Ни разу сюда не заглядывал, а сейчас просто стало любопытно. Вот это вот рядом с спичным коробком, но это я не уверен, что... Не могу утверждать, что это латинковский. Не могу. Еще немножко, а потом я скажу... Неужели мы сегодня так и не перейдем к учебе? Ну, слаб человек, слаб. Да и мне интересно, что у нас в стране делается. Графиня. Это, возможно, от этого, от Бродского. У него есть такой сорт. Не его сорт, в смысле, у него есть такой сорт-образец графиня. Опять академик. Действительно академик. Мне не нравится, когда вот они вот так делают. Еще раз говорю. Сейчас я скажу. Вот распродажа, да? Все! И больше ничего. Я был на Урале. Я об этом рассказывал в фильме, ну, может быть, в 10-20-м, а сейчас уже 300 какой-то. Поэтому, естественно, вряд ли кто-то из вас, один из тысячи, может, и слышал этот разговор. Когда я был на Урале, я был не только в Челябинске. Я так получилось, что... пригласили еще пару человек, и когда я был у одной замечательной семьи, у них большой питомник, вот, и говорят, сколько вы выращиваете? Я говорю, я на продажу выращиваю от 1 до 2 тысяч, а у них 30 тысяч, вот. Но интересно, что и абрикосы у них были, вот, но чего у них не было, я город не называю, не хочу, чтобы даже заподозрили, о ком речь идет, иначе получается, ну как, меня встречали хлебом солью, а я так отвечу, но сам принцип, значит, а урожай абрикоса был, вдруг ляпнул я. Однажды было два плода. И вот эта фраза у меня... А абрикос-то есть. Другое дело, что они не плодоносят. Они постоянно там, ну, мягко говоря, на пределе выживания. Им не до плодоношения. Лишь бы они так еле живы. А саженцами продают, торгуют. И вот, значит, вот это слово «однажды было два плода». И вот эти два плода, и каждый раз, когда я вижу такое... Я думаю, господи, да что же это такое, это, верить, не верить, где сад? Вот. И вот варианты, значит, однажды я обратился, не обратился, а я обратился к своему, как бы, сотоварищу, вот, который, вот есть такая, я опять все не могу вспомнить это слово, да, Путин часто вспоминает, Владимир Владимирович, когда добровольные помощники, в общем, получилось так, я смотрю, открываю этот сайт, открываю ролик, а там, значит, дама стоит возле примерно 3-4-летних клоновидных яблонь, а время явно осеннее, ближе к осени. Вот. И она с такой любовью рассказывает о них, а ясно, что сайт рекламный,
у них один из крупнейших этих питомников. Вот. И колонны настоящие, такая облиственная, смотрите, это приятно, глаз рады. Вот. И она рассказывает, все прекрасно, продает это, стоит в маточном саду, потому что вот он, ну, правда, он весь с боковыми ветками, ну, прости меня за это, колонна, это понятно уже, широкое понятие. Лишь бы только было много листьев, много плодов, и ветки смотрели вверх, а не в бок. Уже колонна считается, хотя это уже, так сказать, натянутое название. И вот, это самое, я смотрю, думаю, что там не то, ну что-то не то, что мне не нравится. Ага, длинный ряд, деревья взрослые, не молодые, и ни одного яблочка. Они настолько видно облиственно, ну видно, что это опытный взгляд, вторая половина лета. Ни одного, ни одного. Ну и вот, вспомнил слово, волонтер, назовем так. Значит, я попросил вступить с ними в переписку. Он вступил, долго пытал, где у них хоть один фото с урожаем колонн. И в конечном итоге, уже когда эта сотрудница не знала, что ему отвечать, она сказала, приедет хозяйка и вам все объяснит. Или найдет эти фотографии. Вот. Хозяйка едет до сих пор. Ну, видимо, так и не вернулась в свой питомник. Вот. Это один вариант. Второй вариант, это тоже раскрученнейший питомник по продаже саранцев. Ответ был моему, этому, так сказать, сотоварищу следующий. Ага, нам некогда делать фотографии, нам работать надо. Ну, все причины серьезные. Им надо раскручиваться. Фотографий плодоносящего сада нет. Есть только вот такие вот 2-3 плодика из фотографий. Причем это, знаете, почему он к ним это обратился? Там оказалось пара и моих. То есть фотографировать было некогда. Они взяли из интернета и нарвались на мои фотографии. Как не самое заурядное. Это был еще вариант. Так, еще вариант. Так, хозяйки нет. Один вариант уехал. Второй вариант некогда. А, еще один вариант расскажу. Вот рассказывал, извините, если повторюсь. Ага, у нас мы продаем черенки, но почему у нас нет этих? Опять острый вопрос, почему у нас нет фотографий? А потому что мы режем на черенки, маточные деревья у нас есть, режем на черенки, поэтому у нас нет урожая. Вот. А я-то не могу этому поверить же, хотя бы потому, что вот эта вот фотогалерея моя, да? Вот. Большинство из них режется страшно. Я показывал все время в этих самых. Я показывал. Но тем не менее, это мученики, это деревья-мученики. Они все изрезаны на черенки. Потому что иначе выжить невозможно. Я же их продаю тысячами. Вернее, хотел бы тысячами, но сотнями. У нас еще и спроса особого нет. Сергею много надо черенков на развитие питомника. Вот, понимаете? Вот. Но... А у них получается по названиям то же самое, фотографии мои же, некоторые из них даже мои, вот, украдены. И в результате получается эти самые, что ответ странный, мы режем, значит, у нас нет плодов. Нет, то есть опять получается, куда ни сунься, везде один обман и фальшь. В общем, вот теперь что получается, так. Наверное, чтобы нам немножко, вот здесь мы были, мы сделаем так. Вот это вот я пропущу. Это будет отдельная тема. Почему? Потому что огромнейшее заблуждение, что деревья практически все растут неправильно, и что есть якобы одна конкретная форма, к которой мы должны стремиться, взяв в руки секатор, пилу и некоторые еще и бензопилу. Вот. Это страшнейшее заблуждение, это настоящий геноцид, это мученичество в садах, это изуродованные сады. Я еще раз говорю, я в Подмосковье видел сады сразу добрую сотню. Изувечены все и все, люди обмануты. И только посмотрев вот такие фильмы, как мои, люди, а их таких очень мало, еще раз говорю, вот это, я же выслал в Бобер 300 фильмов, вот, многие из них, добрая сотня, сделаны не мной, не вот эти вот любительские, возможно, их на экране не получится. Вот. Они сделаны телевидением Красноярска, Абакана, Шушенска, Саяногорска, Кемерово.
эти-то можно показать, но не покажут никогда. Итак, решено. Делаем отдельный фильм. Вот, на основании одной вот этого. Одной вот этой фотографии я перефотографировал из журнала. А пока там, где можно, чтобы хотя бы после этой длинной лекции, которая не то что ни о чем, о важнейших делах. Кстати, закончу про ту кандидатку, которая написала, что как-то там было написано, ну, что мои эти самые, ничего интересного железо не изобрел, так можно перевести. Это возвращаясь немножко к тому, чего вам говорили несколько минут назад. Так вот, значит, происхождение жизни на Земле украдут. Не волнуйтесь, потому что у нас даже, то есть Китай этому, Бродский мне рассказывал, я говорю это с гордостью. Ему приезжал, я рассказываю это, наверное, третий раз, но рассказываю с гордостью. Почему? Потому что, с одной стороны, наши морду кривят, виноград зеленый, черт на него прыгать, а теперь к нему приезжает китаец. Поверьте, человек серьезнейший, Юрий Васильевич Бродский, которому это сейчас... Я специально найду даже его фотографию, лишний раз показать, потому что, упомянув Байкалова, Бродского, естественно, не вспомните. Нет, они знают Бродского, и та же кандидатка его знает. Это я даже не сомневаюсь в этом. Вот. Не может не знать, если уж так говорить. Так, вот это моя гостевая. С ней тоже, здесь столько много интересного. Так, вот это мой сайт, да? А на моем сайте есть еще три сайта. Один из них, вот он. Я просто хочу, чтобы вы видели его лицо. Нет, мне так хочется. Мне так хочется. Вот. Так вот, значит, Юрий Васильевич Бродский, уже когда нас немножко публиковали, ну, мало газеты, потом появился интернет, потом мы по этому интернету общаемся, многое из нашего общения перешло этот Юнитуб или в общем перешло в интернет, вот, и наконец она узнала уже планета, не все, конечно, какой там, вот, но самый откровенный, самый шокирующий меня и такой случай, о котором рассказал человек, которому можно доверять 100%, что он не мог его выдумать, вот, для меня это как бы уникальный случай. Итак, подъезжает джип роскошнейший, выходит китаец, одет по-европейски, с иголочки, охрана, он заходит в дом, так, значит, с ним подарок Юрию Васильевичу, так, Юрий Васильевич говорит, я в трусах мою пол, так, слушайте дальше, китаец снимает пиджак, отбирает у него тряпку и домывает пол, демонстрируя свое сверхуважение к нему, к Бродскому. Вот. После этого состоялся уже длинный-длинный разговор. И в разговоре он узнал, от него я узнал, что в Китае знакомы четыре фамилии, и наши труды изучают. А ведь на моем сайте это все есть, догадайтесь, откуда пошло. Вот. Итак, там знают Бродского, Горнаулова, Латинкова и Железова. Вот, вот эти четыре фамилии. Вот. Как вы думаете, мне это подняло настроение? А? А теперь еще раз сюда заглянуть. Вот. Что там про меня написали? Я не привлечь себя. Просто затирая, как бы сказать, это хочешь спорить. Я знаете, как я иногда рассказывал? Так примерно. Во времена Сталина было два варианта. Кто победит? Или Железов шельмует науку, приезжает Воронок. И его расстреливают вот за это шельмование науки. Или наоборот, Железова признают правым. Так, и тогда вредителями автопоэтом попадают те самые академики, которые мне, такие же академики, которые мне лишали слова на, этом, на международной конференции. Вот. И тогда они уже едут в Сибирь, но не с заданием там выращивать сады в Шушинском районе или там, допустим, это, в Туве. Вот. Нет, пилить лес. 10 лет, а еще, не дай бог, без переписки. Вот это вариант, если бы вот эта полемика была бы при Сталине. При Хрущеве
когда уже Лысенковщина отошла как бы на второй план. Вот. Чтобы было, затрудняюсь сказать. Но при Брежневе, если бы я вот вел такую агитацию, меня за мной бы приехал Воронок и отвез куда? Нет, не Воронок, санитарная машина. Сумасшедший дом. Рядом с Наполеоном, рядом с прокурором. Вот. И, наконец, в наше время, главное, самое важное решение, зачем переводить людей лишнее, зачем содержать в тюрьмах. Вот, их просто можно не замечать. И вот нас никто не замечает. Вот. Ну, давайте посмотрим, сгожусь ли я на что-нибудь. Значит, я остановился на фотографии, и теперь пойдем просто дальше по темам. Уже тех там, где можно быстрее рассказывать. Вот тут вот желтым, это в свое время, я в отчаянии вот так перечеркнул. Вот. Я взял это из книги. Вот. Дело в том, что есть книги старинные, есть современные. А они, так как им лень современным авторам что-то свое там сфотографировать, там изобразить. Вот. А многим надо иметь публикации для докторской, для кандидатской. А иметь-то надо. А делать-то ничего не хочется, потому что он не может быть вообще с другого мира. А это самое легкое. Вот. Берется вот это вот и пишется. Смотрите. Выращивание окулянтов шипом. То есть сюда внедряется почка, а потом, вот, и пошло-поехало. Вот. Обратите внимание. Вот она растет, да, а вот это место начинает гнить. Вот это вот. Появляется еще вариант. Смотрите. Вот здесь вот отрезается, вот здесь отрезается, и вот оно уже отрезано. Смотрим вариант такой. И вот как интересно они пишут. Выращивание окулянтов, то есть речь об окулировке, без шипа. И тут получается, когда вот это все уничтожается, вот эти столбики, которые загнивают, естественно, их надо избавиться. Надо избавиться аккуратно. И вот получается как. Это правильно якобы, это сильно высокий, то есть уже раз это правильно, а здесь не пишется правильно, значит вот это неправильно. И вот здесь очень длинный получается, длинный и по площади большая рана. И получается третий вариант, очень низкий срез, то есть это неправильно, а вот это якобы правильно. А железо берет все три перечерка, в том числе и правильные. Вот рана, у нее есть площадь вот этого вот самого побега. Она примерно в 4-5 раз больше по площади. И теперь представляете, вот это, которое даже замажет, это замазка, это не защита от мороза. И сюда вот стрелкой, вот сюда мороз. И вот это все уничтожается. И вот эта массовая гибель деревьев, ее никто не замечает с тех пор и до сих пор. И до 20 век весь, 21 век весь. Начало 2015-16, и опять публикация, и опять прививка почкой, опять окулировка. Вот. Ну, если бы не было вариантов-то других, ну почему выбран сам этот? Вот это вот, у меня есть фотография, и там это самое, человек с династической фамилией, знаменитейший, да, он же начальник отдела в институте, он же лично показывал, как он здорово прививает почкой, да, вот, и он оставляет этот пенек. Этот пенек сгнивает. Остается вот этот вариант. Конечно, этот вариант лучше, здесь ранка поменьше. Но, еще раз говорю, наша задача, чтобы вообще этот способ не использовать. Вот. Вот так вот я становлюсь плохим. Еще для сотен тысяч. Вот это тоже умудряется. Знаете, на страницах современного журнала. Так, вот, просто взяли то же самое. А знаете, когда откуда пошли вот эти вот бечевочки? Вот с 19 века и пошла. Полиэтилена не было, полипропилена не было, полихлорвинила не было. И, проще говоря, даже изоленты из электротехники тоже не было. Вот. Ну, вот результат. Ну, я к чему говорю? Дело не в том, чем обматывать. Дело в том, что, как бы вы ни старались, вот здесь вот получается. Потом можете отрезать вот так, как хотите, вот эту часть. Это может быть прививочка боковая, а дерево осталось. Но дело в том, что, видите, дерево-то не осталось. Примазали, так, вот, примотали. Вот здесь вот самое страшное, что остается мертвая зона, я это называю. И вот так обязательно 100% вот здесь не будет. Это мертвечина, обязательно. Это ворота для, представьте себе,
Вот прижали к нему, он как обнял вот эту веточку любимую. А вот здесь вот, прямо в нем, прямо вот, ворота для мороза и для инфекции. Это голо, это его на всю жизнь же не закроешь, не утеплишь тряпками. Вот, тем более тут и тряпок-то не используют. Это голое место, это все, это настолько для севера не годится, а она пришла с юга. А нам по-прежнему все так же, вот еще ладно, тут упоминаю, вот она есть, улучшенная капулировка, видите, вот она с язычком. Вот. Но это можно, а это-то, ну почему вот здесь вот, вот так взять, перечеркнуть? Вот, понимаете, еще раз говорю, вот это страшное ворота для мороза, страшнейшее. Опять площадь вот этого открытого, больше сечения вот этого открытого, больше сечения само несколько раз. Нельзя, нельзя. Ну вот опять шашка Маху, опять разволновался. Вот этот крупный план. Пожалуйста, любуйтесь. Вот это вот, я надеюсь, видно мою стрелочку. Вот это вот все начнет загнивать. Так. И вот сюда пойдет мороз. Вот сюда. Вот не зря я перечеркнул. Только слабенько перечеркнул. Плохо видно. Вот. Здесь то же самое. Какой вы способ не используете, кроме тех двух, которые я пропагандирую. Вот. Сейчас я прочитаю вот это, она настолько, эта фраза, это современное печатание, настолько эта фраза дебильна, укорачивание стимулирует, укорачивание, то есть резко, обрезка идет на плодоношение, стимулирует рост вегетативных побегов. Правильно. Так, но раз это самое, отрезаются ростовые ветки, это уже... Дерево меньше, короче, меньше листьев, это получается, оно никогда уже не достигнет того урожая за все годы. Это ладно еще. Хочется побыстрее. Ладно. Но самое страшное, что вот эта пропаганда, тем самым удлиняется период их жизнедеятельности. Чушь собачья укорачивается. Укорачивается. Любая обрезка укорачивает период жизнедеятельности, значит, всей жизни. Укорачивает. И еще, каждая плодушка, я вот это самое, я уже повторяюсь, я вынужден повториться, сейчас вернусь, вот она, вот. Каждая плодушка имеет конечный результат. Она, вот эта вот букетная веточка, да, вот, сколько ему положено, столько она и на нем плодов повисит, если их не убьют какие-то отдельные годы или целиком морозы. Все, на этом ее деятельность заканчивается. Навсегда. Понятие удлинения еще с помощью обрезки можно приблизить плодоношение. Но удлиняется период жизнедеятельности, чушь собачья. Вот на этом все основано. Что мы должны знать. Укорачивается. Да, раньше появятся плодовые почки. Но не забывайте, что любая обрезка уменьшает морозостойкость. Значит, получим столько же. На этом огрызке ветки укороченные, в целом меньше за всю жизнь, и еще меньше из-за того, что какая к черту жизнедеятельность, когда раны эти, которые не заживают. Вот. Так, друзья мои, не длинный ли фильм получается? Я опять, у меня давление поднимается, потому что для меня это вот такие вот предательства. Нельзя никакой огрызка на плодоношение... Никак ее нельзя обосновать с точки здравого смысла. Нельзя. Любая обрезка. Это опасно. Во многих случаях смертельно. Вот. Это сокращение жизни дерева. Это листовой аппарат меньше. Какой идиот придумал, что листья лишние? То есть ветки лишние. На этих ветках они не знают, когда учат отрезать ветки и сами режут. Да еще десятки раз на наших глазах на дом дерева мученики отрезают, отрезают. Они не знают, что они вместе с этими лишними ветками срезают будущий урожай, само собой, листья, которые служат солнечными батареями для фотосинтеза всего дерева в целом. Убрали 10% листового аппарата. Как минимум потеряли 10% будущего урожая. Ведь конечная цель будет урожай. Вот. А еще и больше, потому что морозостойкость дерева уменьшилась. А если вдруг после этой обрезки она еще увеличилась плодоношение, то это на такой короткий период, это, ну как, это, знаете, как заставить
какими-то пытками девочек-подросток, которые только вступили в такую пору, когда могут рожать, и тут же заставлять их рожать. Это то же самое, но при этом еще их, чтобы они рожали, еще и как-то стимулировать там, допустим, кнутом, плетью. Вот. Это, знаете, в 19 веке неудобно говорить фамилию, солиднейший ученый с Киева. Это же придумать термин «пугать деревья», пугать вот этой дикой обрезкой. Вот. Испугается, будет плодоносить. Это же ужас какой-то. Он рассчитан на то, что в случае беды дерево быстрее пока с последних сил дать урожай, прежде чем погибнуть. Предсмертный урожай, это надо было это называть. Но не догадался. Вот, понимая так, что искалечил дерево, неудобно фамилию называть. Я целый фильм про него снял, но что лишний раз трепать, он же не ответит мне из могилы. Вот. Изувечил, получил урожай, но не понимает, что потом дерево сократил. Пугать. И вот это все из этой же оперы. Неправильно растущие ветки. Все. Помнили, я говорил, что мы про эти неправильно растущие ветки будем говорить как о дичайшем заблуждении. Вот. Лучше обрезка на кольцо. Видите? Так вот, я вам сразу скажу. Да, читаем целиком. При обрезке деревьев, поврежденных морозами, поражаемых болезнями, вы сперва увечите, а потом они болеют, кстати. Срезы выполняются на 10-20 сантиметров ниже места повреждения. Лучше на кольцо. Так вот, запомните. Всегда, когда вы видите поврежденную ветку, вот, естественно, нужно ее резать уже по живому месту. Ну, то есть, чтобы полностью сухая часть ушла, и немножечко живой. Ладно, это понятно. Вот. Но тут, вот дальнейшее, что написано, лучше на кольцо. Это именно так, как первый вариант. Здесь же написано. На 10-20 сантиметров ниже места повреждения. Это понятно. Так. Но вот этот сук, а надо оставить навсегда. Это должно стать нормой. Никаких обрезок на кольцо. Вот там уже, где обрезка на кольцо повреждается, сам штамп, это страшнее не придумаешь. У меня целые фильмы сняты про это. Я просто хочу сказать, что современные авторы ничем не отличаются от 19 века. Они так и не поняли, что обрезка на кольцо смертельно опасна или вредна, что под ней, под этой обрезкой начинается загнивание самого штамба. А когда оставляешь сучок, об этом на всей планете знает только я один, а теперь еще и вы. Когда сучок остается там, неважно, 5 сантиметров, 15, 20, лучше живой. Но, подчеркивает Железов, подчеркивает, даже если сучок мертвый весь, до самого штампа весь, вот, все равно мертвый сучок оставляете. Хотя бы длиной палец, хотя лучше два. Оставляете его. Он, конечно, не украсит дерево, но поверьте, что, так сказать, ничего хорошего в этом нет, но это лучше, чем на кольцо. Оставляйте сучок, оставляйте сучок, оставляйте сучок. Вот вы сейчас поймете, соседи научите, которые калечат дерево обрезка на кольцо. Обрезка на кольцо должна быть запрещена на уровне, Владимир Владимирович, помогите, на уровне съезда, который будут собраны материалы. И причем, может быть, впервые, там уже появлюсь не я один вот с такими идеями. Почему? Мои идеи расходятся. Просто одно, что медленно, жалко. На одну мою публикацию приходится тысячи публикаций. На одну мой фильм выходят другие фильмы, тысячи, которые продолжают. Понимаете, ученым, что это обидно, им надо писать, надо выдумывать. Иначе, вы понимаете, Железо говорит, в саду практически делать нечего. Небольшие хитрости, посадить той же стороной, как выкопали, об этом не знают эти самые феи, а потом начинают бороться с больным деревом. Вот. Хотя это борьба, это как мертвого припарка, все их эти изощрения, да, все, что они придумали. Вот. Уже неправильно посадив его. Ну, правильно посадить, никаких огромных ям, ничего, просто надо ямочку только под корни выкопать. Никаких удобрений в яме, это вы что? Я вам говорю, порежьте себе пальцы и суньте в эту клаку, которая называется, это самое, которую вы на дне ямы готовите для корней.
а потом вставляет туда корни поврежденные, такие же, как у вас, кровоточащие пальцы, только там сок кровоточит, соком кровоточит. Вот. Никаких, запомните это, вот, у вас все эти годы вас учили, десятилетия, и вас и тоже. Вот. И вся Академия наук про это знает, что надо закладывать перегной. И еще таких сотня советов. Вот. Понимаете, оно, мое садоводство, наше садоводство с моим кружком, оно противоположное, оно никакого отношения не имеет к тому, что изобретали. Изобретали, потому что надо было. Вспомните эти ставки, ой, нет, я про это рассказывал. Когда один палец обрубишь, его еще можно пришить, да, искусственный хирург пришьет. А теперь попробуйте обрубить чуть выше этот палец, второй раз уже обрубленный, чтобы рядом был еще один шов. Если первый-то с трудом приживается, на сосиску похож. Вот, это же самое испытывают и деревья, никаких этих вставок не должно быть в принципе. Это, любая хирургический шов, любой, это самое, он уменьшает морозостойкость дерева. Вы думаете, повышаете, сделал вставку из морозостойкого этого. Ой, ладно, все, проехали. Вернее, не проехали, а мне уже опять 300 фильмов повторять. Устал я. Летняя обрезка. Вот, нельзя проводить летнюю обрезку. Ой, все, на сегодня я не могу больше. Все, друзья, заканчиваю. Иначе до следующего фильма не доживу. Вот, видя вот это вот дурь, чушь собачью, вот, в современном изложении ничуть не лучше. Это самое я приготовил. Вот, вот здесь страшные советы. И в такой... Ой, тут у меня их целая это, целая галерея этих, и все. Летняя обрезка, осенняя обрезка. Ну ладно, дебильные лунные календари, эти-то... Ничего не понимает вообще в садоводстве. Полный ноль. Вот. Но вы-то с учеными званиями-то откажитесь от этой херни. От летней обрезки. Не учите других. И осенние обрезки. Все. На сегодня достаточно. Итак, Владимир Владимирович, все гораздо хуже, чем даже кажется. Дело в том, что с этой агротехникой я ведь только зацепил. Вы понимаете, что здесь творится? Это все. Это... Ужас, это идиотизм полнейший. Я вас очень прошу, это самое, того помощника, проникните, чтобы хоть один-то посмотрит этими глазами. Может быть, все-таки исправим это положение, не следующее поколение, не с следующей власти. Вот. Представляете, 6 лет тишины вашего президентства, да, допустим. Вот. Есть задачи важнее, согласен. А потом вдруг датчик Путин озадачится вот этими всеми вопросами. Вот, на это надеяться.
Thank you.